Семинар в Бобруйске собирает медиков с большинства регионов страны. Значимость события подчеркивают и почетные гости. Заместитель председателя Бобруйского горосполкома, главный государственный санитарный врач Могилевской области, официальный представитель ВОЗ в Беларуси и многие другие. Главная задача – рассмотреть преимущества города на Березине, обменяться опытом. Сегодня городским властям, всем структурам заинтересованным не стыдно представить город Бобруйск. Самое главное, создан межведомственный совет, который курируется руководством горосполкома. Все эти структуры вносят свой посильный вклад для развития города, для достижения целей. Первая площадка для диалога – зональный центр гигиены и эпидемиологии. Здесь участников приветствуют представители городской власти, самого учреждения, почетные гости семинара. Для нас, медицинских работников, обмен опытом – это колоссальное значение имеет, потому что мы можем смотреть, какие передовые технологии есть у вас. Мы делимся своими впечатлениями, мы делимся своими передовыми опытами, и таким образом мы помогаем друг другу расти, развиваться, ну и, соответственно, конечно же, это все мы делаем для улучшения качества жизни нашего населения. Основная локация – третья городская поликлиника. Здесь участникам демонстрируют практическое взаимодействие с различными слоями населения. Помимо наглядного примера – обсуждение интересующих вопросов с заведующей. В программе семинара также экскурсия по инфраструктуре здорового градостроительства. В частности, посещение аллеи возле 35-й школы с демонстрацией спортивных условий. Я сегодня хочу сказать спасибо и в целом жителям Бобруйского региона, города Бобруйска, за активный отклик на те предложения, которые дает власть района и города, которые дает система здравоохранения. И сегодня мы можем говорить, что быть здоровым – это модно. Как это сделать? Мы расскажем, мы покажем. И в целом вот такая вот системная работа и даст то, к чему мы стремимся, даст устойчивое развитие. Со слов гостей города на Березине, Бобруйск обладает определенными преимуществами, новаторскими идеями, методами в области профилактики и реализации идей в целях устойчивого развития. С проведением подобных семинаров бобруйский опыт можно перенять в другие регионы страны. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.